we have a lot of time to do things. У нас достаточно времени еще тренироваться, потому что ребята имели задание на лето, и все тренировались, и сейчас находятся в хорошей кондиции. Этого времени достаточно для начала спорта. Good condition. We concentrate more on what we are doing at the moment. Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы хорошо тренироваться, хорошо играть, и результат придет, потому что результат это будет продукт той работы, которую мы делаем. Естественно, она самая высокая. Уфа – это большой город и великий для хоккея. Понятно, что результат должен быть самый высокий, но первоначально попасть в плей-офф.